Да. А, уважаемые жюри, выбрали ли вы своего высокого представителя? Да. Кто это? Кто будет объявлять? Да, кто будет объявлять? У кого? Я, да. Отлично. Катерина Тульская. Да. Пожалуйста, вам слово. Случилось. От лица жюри. Вообще хочется сказать сначала огромное спасибо всем командам. У нас был очень сложный выбор, потому что заявлена очень сильная тема. Все проекты имеют в основе своей сильные идеи, интересные, а их стоит реализовывать. Я надеюсь, что та экспертиза, которая была командами получена на этой площадке, она им пригодится в дальнейшем устранить какие-то ошибки, воспользоваться опытом экспертов, сложить все вместе в командную какую-то работу, процесс. И все-таки та работа, которая будет фаворитом, она выбрана KGI, очень сложным таким способом, в силу того, что все-таки очень многим проектам на площадке не хватает сильной, хорошей финансовой модели. Для того, чтобы мы, как эксперты, понимали, что эти деньги будут грамотно реализованы, и было понятно, что у них есть для этого хорошая площадка, мы обращали, конечно, большое внимание на финансовое и стратегическое развитие. Вот, поэтому общими усилиями